Приветствую вас, мои драгоценные, на нарративном раскладе. Сегодня мы с вами посмотрим тему интригующую. Кто хочет тебя забыть? Кто себя пытается забыть, но вот получается, не получается? Кто это такой? Что вас с ним связывает? Почему он так хочет вытеснить? В чем причина? Вот давайте с вами рассмотрим эту интересную тему. Огромное спасибо вам, друзья, за поддержание энергообмена, за ваши донаты, за ваши комментарии, лайки, за оформление подписки. Все очень важно, все очень ценно. И все на пользу нашему с вами общему пространству. Итак, кто же хочет тебя забыть? Такая вот интересная, будоражащая воображение тема пришла из потока. Так, кто этот человек? Для начала давайте посмотрим, как его считывает Вселенная, в каких энергиях, что про него может рассказать. Кто вы для него? Что он сейчас о вас думает? Что у него сейчас происходит в жизни? Что вам нужно знать о нем? И совет. Давайте две карты возьмем, да? Вот Вселенной. Как некий итог или какая-то подсказка. Но колоды. Тяжело. То есть, конечно, пытается вытеснить, но не просто это сделать. Видимо, как-то прикипел, запали вы ему в душу. Ну что ж, давайте смотреть. Кто этот человек, который пытается, хочет тебя забыть? Кто это такой? Угу. Ну, конечно, это некий человек, у которого разбито сердце от отношений с вами. Посмотрите, тут даже шестерка жезлов у нас изображена в виде венчания, свадьбы. Вот такого торжества, да, может быть, это не в буквальном смысле было бракосочетание, хотя на это тоже указывает, конечно, очень многое, да, какое-то заключение договоров, достижение каких-то соглашений. Но самое главное, это человек, который пострадал от любви в отношениях с вами. Это, конечно же, ваш какой-то бывший воздыхатель, для кого-то бывший муж, который, может быть, и уехал куда-то за 3-9 земель, но никак вас из своего сердечка выбросить не может. Посмотрите, хранит какие-то, может быть, вещи, которые ему напоминают о вас. Вот это вот стеклянное сердечко, этот кулон, да, мне почему-то напоминает. Помните, такая была волшебная тарелочка у Василисы Премудрой? Такое первое интервидение. То есть, может быть, за вами наблюдает, следит как-то за вашей жизнью дистанционно. Но при этом как будто бы боль, тоска по поводу того, что вы расстались, вероятно, его не покидает. У кого-то есть указание на то, что неприятное было расставание, может быть, как-то приходилось, ну, вплоть до того, что делить имущество, да, не знаю, там, дома. У кого-то даже, может быть, эта история коснулась и детей, к сожалению, да. Но в любом случае у этого человека до сих пор еще живо вот это желание получить некую сатисфакцию, да, чтобы эта справедливость восторжествовала, да как же так, да почему же она меня покинула, оставила, да за что же мне это, да я же такой хороший, да я же лучше всех, да я же best of the best. То есть у человека очень много вот этих вот как раз таких переживаний, чувства неудовлетворенности по поводу того, что так все между вами произошло. Посмотрим дальше. Кто ты для него сейчас? Как он тебя видит и воспринимает? Вы для него женщина, которая сделала выбор и пошла в будущее. Двойка жезлов – это такая намеренность на какие-то активные действия, какая-то устремленность, событийность в жизни. Может быть, ваши отношения как раз зашли в тупик, да, потому что там не принималось какое-то важное решение, вы в конце концов плюнули и сказали: да ну и сиди ты в этом болоте, да, пошла-ка я дальше. У меня вся жизнь впереди, передо мной какие-то открываются горизонты, да, а я буду сидеть тут с тобой, наматывать эти сопли на кулак. Мне неинтересно. Здесь девушка, которая приняла какое-то важное решение. Кстати говоря, вы для него как будто бы человек опрометчивый, импульсивный. Посмотрите, вы тут на этом канате балансируете, вам замечательно, да, потому что вам как раз вот этот вот риск свойственен, может быть, в чем-то, да, вы не лишены какого-то авантюризма, и для вас, если жизнь начинает замирать, вот заболачиваться, вот это для вас как раз смерти подобно. Поэтому вы для него со стороны вот такая женщина безрассудная, но это как раз его к вам и притягивает. Видит в вас вот это вот бурление жизни и стремление в будущее. Что он сейчас о тебе думает чаще всего?
Ну, это все, что связано с какими-то тайными страхами, тревогами, почему именно так произошло, а что я не так сделал, да. А, кстати говоря, очень много каких-то мучительных подозрений, да, потому что не ко всей информации про вашу жизнь у него есть доступ, поэтому он очень много себе там накручивает, фантазирует, то есть какие-то себе рисует не очень позитивные, благоприятные для себя сценарии. Я не знаю, если этот человек до сих пор еще пытаясь выкинуть вас из головы, делая какие-то ставки на то, что а вдруг у нас еще все срастется, да, он понимает, что шансы невелики. Вы для него загадка, вы для него неразгаданная тайна, вот он в этих ваших лабиринтах блудится, но при этом не может себе отказать в этом удовольствии. Вы его загипнотизировали. То есть вот такие вот у него думы. Думы неясные из одной крайности в другую. Что у него сейчас происходит в жизни? Вот что нужно знать. Ничего, ничего не меняется, рыцарь Пентаклей, да, вот как было, так и есть, так, скорее всего, и будет. В какой-то момент, если у вас как раз лопнуло терпение, и вы решили двигаться дальше, правильно сделали, да, там бы вы у моря погоды не дождались. Это такой товарищ, который, по сути дела, свою инертность, вообще нежелание проявляться в этой жизни, выдает за стабильность. Это не является стабильностью, это страх жить. Трусость. Это человек, который пасует перед трудностями. При этом как раз это все вот прикрывается какой-то личиной степенности. Да, вот вас, может быть, он упрекал в том, что вы такая женщина импульсивная, взбалмошная, очень экспрессивно на все реагирующая, а там вот этот полнейший штиль. Вероятно, вы от этого штиля в какой-то момент избежали. Ну, вот, по крайней мере, для кого-то идет такая информация. Либо это такой любитель кормить завтраками. Вот сегодня никак не могу, а завтра точно все будет. Ну вот. В его жизни ничего не поменялось. Даже если там в декорациях появились какие-то новые люди, это статисты, которые заняли места прежних людей в его упорядоченной, как ему кажется, жизни. Что вам сейчас нужно знать о нем? По парню, конечно, катком вся эта история проехалась, да, по мужчине, по вашему бывшему любимому человеку, возможно, да, это для него деструктивная была история, которая его перекопала очень серьезно, перепахала. Но вообще из десятки мечей, да, вот как говорят, можно же от этого дна оттолкнуться, да, и всплыть на поверхность. Если этот человек выбирает для себя упиваться этими страданиями, то, естественно, это в этом же деструктивном состоянии для него и останется. Если вы знаете, о ком идет речь, и у вас есть надежда, что этот человек способен вынести какой-то позитивный опыт из сложившейся непростой ситуации, тогда это для него некий шанс. Да, понять, что уже все, точка, я дошел до дна, мне нужно всплывать. Если же вы знаете, что это такой вот профессиональный мученик, ну, скорее всего, это вам такая карта, которая вам лишний раз говорит о том, что вы правильно сделали, что стали двигаться дальше. Некий совет, предсказание, подсказка от замечательной колоды и от высших сил для вас сейчас, про того человека, который хочет, пытается вас забыть. Вот посмотрите, опять же нам подтверждение, да? Вы со своей мощью, со своим потенциалом, со своим рвением, любопытством, открытостью к этой жизни. Совершенно правильно сделали, да, это была выигрышная стратегия, что вы пошли за этим своим интересом, что вы слышите свою душу, свой внутренний голос, откликаетесь на какие-то свои внутренние желания. Для кого-то здесь даже, знаете, проиграется замечательная такая фраза, есть в английском языке, «Fake it till you make it», «Притворяйся до тех пор, пока это не станет правдой». То есть вы верите в себя, вы знаете, что вы можете. Вы ставите себе какие-то высокие цели, глобальные. Вы не боитесь, вы рискуете. И ваш вот этот вот авантюризм, интерес, жажда жизни, она оправдывается, она окупается, она приносит свои плоды. И даже если вы сейчас не в отношениях, вы выиграли свободу, вы выиграли себя. И это залог того, что все ваши желания в ближайшее время обязательно реализуются. Возможно, даже превзойдут все ваши самые смелые ожидания. Если бы сейчас была возможность у загадного человека, который пытается безуспешно тебя забыть, выкинуть из головы, что-то тебе сказать напрямую, да, некое сообщение, что бы он тебе сейчас сказал? Этот человек, который пытается забыть, да не может. Что он хочет тебе сейчас сказать? Что важно увидеть, о чем подумать? Да, моя жизнь – это череда серых пасмурных дней. Когда есть какие-то невзгоды реальные, да, неблагоприятные внешние обстоятельства, я прячусь от этой жизни под зонтом. Когда дождь заканчивается, я смотрю по сторонам и вижу все равно одно и то же. Однообразие. Я сам выбрал такую жизнь.
Мне никто не может помочь. Только я сам могу как-то иначе взглянуть на происходящее. Знаете, здесь нет ничего, ни призыва о помощи, ни каких-то попыток молиться, да, как-то обращаться к вам. Нет, здесь какая-то такая вот просто унылая констатация фактов. Я живу роботоподобной жизнью. Смена будничных дней, монохром какой-то. Прямо захотелось сказать, что я в матрице. Вот он в своей матрице, и он в этой матрице остается. Ну, то есть, по большому счету, человек сделал свой выбор, да, и какое счастье, да, можно за вас порадоваться, что вам хватило духу сделать выбор в свою пользу. Ну что ж, мои любимые, вот такой интересный сегодня занятный и нарративный расклад. Послание от некого человека, который пытается, хочет, да никак не может выкинуть вас из головы, не может забыть. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, будет любопытно познакомиться с обратной связью. Узнаете ли вы персонажа этой истории? И вообще какими-то своими чувствами, впечатлениями. С большим удовольствием всегда читаю ваши комментарии. Спасибо вам огромное за то, что вы поддерживаете энергообмен, присылаете донаты, очень щедрые. Спасибо, что ставите лайки, оформляете подписку на мой канал. Если нужен личный расклад, пишите мне ВКонтакте или по почте. Я расскажу про условия индивидуальной консультации. Благодарю вас, что вы нашли время и были эти несколько минут вместе со мной. Я вас очень-очень люблю и обнимаю. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких сегодня и всегда. И непременно приходите на новый нарративный расклад.